Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp. Сегодня я предлагаю вашему вниманию новые настройки эмулятора RPCS3 под игру Uncharted 3 часть. Вышел новый патч и есть новые настройки. Напоминаю, что эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Подойдет любая сборка, но я буду запускать на Ryzen Build 11559. Себе уже скачал, разархивировал, настроил. Итак, патчи. Game Patches. Поставив такую галочку, он отображает только те версии игр, которые у меня стоят. Патчи включаются следующим образом. Когда все галочки поставите, Apply, Save. Теперь настройки. Change Custom Configuration. Здесь я так настроил. Не буду выкаблучиваться, поставлю себе всего лишь 2К разрешение. Bright Color буфер, конечно, тоже надо включить. 200-120. Если у кого-то не работает TSX инструкции, там Disable, тогда в обязательном порядке здесь ставится галочка. У кого они работают, галочка не нужна. Здесь ставится единица. Apply Save Custom Configuration. И еще одна деталь. Заходим в конфиг. Ищем ID нашей игры. 1175. Обычным блокнотом не открывается, у меня есть Notepad. Им я все открою. Вот этот параметр нужно выставить на true. Ну, а этот у нас и так уже стоит на единице. Эти два параметра помогут сократить до минимума все вылеты из игры. Когда измените нужные параметры, нажмите «Сохраниться». У меня она сейчас неактивна. Теперь можно запускать. Поехали. Новые настройки помогут светлым местам не быть такими светлыми, особенно в пустыне и в других местах. А также улучшают стабильность. Воспользуюсь специальной утилитой, чтобы следить за параметрами ПК, а именно температура центрального процессора и чипа видеокарты, нагрузка на них, сколько ватт употребляют и скорость работы вентилятора. Делаю на весь экран. Так. Ha ha ha!
Давай обсудим по-хорошему. Давай! Давай! Экипаж прощается с вами! Ну, черт! Ты, зараза! Ай-яй-яй! Слава Богу! А, попал. Да, плохо дело. Так, прикинем. Спокойно. Может, найду чего в обломках. Нужна вода. Что это?
Ну да ладно, все показал. Вот так работают новые настройки и патч. Надеюсь, вам поможет. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com.